Сарика Продакшн Студио. Я вот так же беззаботно, ты работаешь, давай. Ты лучше меня сможешь, я знаю. Ты величайшая артистка современности, корейской национальности, корейского происхождения. Но это нисколько не портит общей картины, друзья, а наоборот, улучшает картину, понимаешь, Света? Это ты все так пытаешься мне в это... Да, я пытаюсь, пытаюсь сделать так, чтобы ты немножко ожила, проснулась от болезни. Что ж ты всю неделю все делала, что ты болеешь так? Мы не будем говорить и никому рассказывать, потому что в сторисах, смотрите, в сторисах у Светы, она все выставляла публично. Я ничего, я ее не сдаю, она сама себя сдала с потрохами. Что Светлана Кан пришла на занятие, несмотря на состояние, всю эту неделю она просто болела, а сейчас выздоравливает. Все расскажет. Вот, ничего я не рассказал, просто ты как бы очень много работала на прошлой неделе, по вечерам особенно, вот. И вчера ты уже перестала по вечерам, и сегодня в понедельник ты пришла, чтобы... То есть ты не хотела приходить, потому что себя плохо чувствовала, потому что много работала, но ты пришла, чтобы не срывать занятия, правильно? Нет, я побоялась получить. И это тоже ты боялась получить, дядя Алибека. Дядя Алибека иногда может вставить, но редко. Но если уж я вставлю, тоже конкретно, да. Вот такими больными приходится нам приходить. Да, и я ценю, я очень ценю твое рвение к пению. Вот. И поэтому я приготовил песню. Нудную, принудную. Вот такую классную песню, которую никто в студии до Светланы Кан не пел. Вот. Это песня из репертуара Валерии 90-х годов. «Обычные дела». Вот я давно Свете, года два назад еще говорил об этой песне и забыл благополучно. Я просто представляю именно Свету в этой песне. Никому, вот никого не представляю. Ничего, никогда никого не представляю. А тебя представляю с этой песней, и что-то сегодня вспомнил, думаю, надо дать. А под испанским небом мы с тобой обязательно сделаем песню. Я обещаю прямо это в камеру, говорю нашим телезрителям, в смысле интернет-сообщества, что под испанским небом, которое ты сильно хотел, следующая песня будет. Но сегодня нам нужно сделать Валерию. Обычные дела. Набухались. Обычные дела. Да, это я себе, я понял. Угу. Так, молодец. Так. Для тебя рассветы и туманы, для тебя. Лицо чуть-чуть попроще. Оно простое. Не больное. Поздоровее лицо сделать. Голос нежный и предательский. Не услышу за спиной. Мы просились по-приятельски. Обычный выходной. Ну давай, поехали. Раз, два, три, четыре. Все так просто, что тут странного. Давай ритмическим синком пошли. Все так, Мари, раз. Все так просто, что тут странного. Попробуй так делать. Все так просто, что тут странного. Ты меня поцеловал. Ты меня... Можно петь, как она там поет, студийная версия. Это версия концерта недавняя, это 2000-е годы уже. Вот. Все так просто, что тут странного. Так можешь петь. Ты меня так целовал. Так изысканно обманывал. Так больно предавал, или так больно предавал. Попробуй, давай, с музыкой. Ты меня так целовал. Вот твоя песня. Так изысканно обманывал. Так больно предавал. Точнее, давай. Еще раз. Со мной мне, да, поточнее. Средние фразы клево ритмически спела. Последний, первый лажа. Все так просто, что тут странного. Спой. Все так просто, что тут странного. Три, четыре, раз. Ты меня так целовал. Все так просто, что тут странного. Еще раз давай, смотри. Спой мне только первую фразу и запомни ритмику, давай. Все так просто, что тут странного. Вот, давай. А теперь еще легче спой, давай, еще легче. Нежный и предательский. Не услышу за спиной. Мы простились.
сошлись по-приятельски в обычный выходной. В обычный выходной, господи. Мы просились по-приятельски в обычный выход. Да и надо жена раньше начала.